Всем привет-привет! Меня зовут Эльвира, и вы на моем канале Эльвира Костенко. Девочки, приехали вот такие бобинки. Это все один и тот же артикул. Тут вот прям крупно-крупно, смотрите. Здесь видно и производителя, и артикул, это Silver. И состав 70% шерсть, 30% шелк. Этот цвет синий, как-то все ярчит. Вот этот правильно. А синий как поярче, он вот такого примерно цвета. Ну, шафран совсем врет, он здесь желтый, это не желтый, это шафран. Сейчас вот так попробую опустить. Нет, но я потом попробую его один, да? Давайте так сделаем. Вот такой цвет синий, очень красивый, девочки. Нитка мягкая-мягкая, абсолютно не колется, прям шикарная. Вот так она выглядит, сейчас на руке покажу. Наверное, на светлое больше, да, на руке. Ой, цвета прям играют, меняются. Да, синий и шафран чуть-чуть врет, но я вам потом их покажу по отдельности. А те три цвета правильно. Вот это шафран. Давайте на нем посмотрим. Вот такая крутка. Уже есть небольшой пушок. Его видно даже сейчас. После ВТУ она раскроется. Девчонки, образцы будут, ну когда, не знаю. Ее активно берут. Я только и делаю днями, что сижу и мотаю. Это занимает очень много времени отмоты. Вот такая мягкая-мягкая. Вообще пропитки почти не чувствуется. Я думаю, что после ВТУ она прекрасно раскроется. Но обязательно свяжу образец. А может быть, возьму, свяжу в дороге. Мы тут собираемся в поездку. Вот такой цвет мята. Вот видите, я приближаю, он его врет. А вот так он показывает его абсолютно верно. Даже от моей руки меняет цвет. Вот такой цвет мята. Сейчас по одному потом посмотрим быстренько. Это слива. Вот сливу правильно показывает. Сливу отдельно даже не буду. Цвет слива. А я вам, наверное, метраж не сказала, да, девочки? Но тут, я думаю, вы и по этикетке поняли, да? 3 на 15 это 500 метров на 100 грамм. Очень хороший метраж, девчонки. И я думаю, его можно в одну вязать. Ну, во всяком случае, я точно буду пробовать в одну. Потому что она раскроется. Вот как Кент, там у нас было 900 метров на 100 грамм. Но я бы, наверное, вязала его в 2 все-таки, а не в 3. Ну, Маргариточка уже вам показала. Я думаю, она покажет, во сколько нитей она будет вязать, на каких спицах. Может быть, она сразу начнет. Но вот эту я бы точно вязала в одну, но в крайнем случае добавила бы лидию. Так, сливу показывать больше не буду. Он цвет передает правильно. Брусника абсолютно верно передает цвет. А, смотрите, здесь вот как раз хвост нити. И здесь можно посмотреть немножко раскрученный. Ну нет, плохо все. Мне показалось, на бобине так хорошо видно. Сейчас мы разделим. Здесь в 3 нити. 3 на 15, это значит в 3 нити 1500 метров. Получается 500 метров на 100 грамм. Вот, смотрите. Вот такие 3 ниточки. Просто шикарный состав. Нежность, нежная, мягкость, мягкая. Масло масляное вам наговорила, но тем не менее это так. Брусника совершенно точно передает. Давайте по одной попробуем синий шафран. Ну нет, девочки, синий он такой, увы, немножко приглушенный. Он не такой яркий. Он чистый, красивый, но он не яркий, как сейчас я вижу на экране. Но, возможно, в видео я буду видеть по-другому. Я вам напишу, правильно или нет. Так, это у нас синий шафран, если один. Ну, практически, девочки.
практически. Прям кто знает, что такое приправа шафран, вот точно такого цвета, один в один. Ну, если она без всяких примесей мусора, конечно, что приправы тоже все делают по-разному. И вот мята. Да, вот сейчас она правильно одна. Вот такие девочки-бобинки. Много говорить не буду и много говорить не о чем, потому что я сейчас спешу смонтировать ролик и выгрузить его вам, иначе я не знаю, что там останется. Вчера она пришла, и как бы уже очень много нет. Две бобины уже полностью я закончила, размотала, отправила. Цвета пока есть все, но что будет на момент выхода видео, я не знаю. На Ютубе, девочки, если вы смотрите, на Ютубе совсем сложно. Это выходит на неделю позже. Поэтому подписывайтесь в Телеграм-канал или в WhatsApp-сообщество. Там это все сразу. Все, девчоночки, всем пока-пока и всем прекрасного настроения.